Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Twig Day, и сегодня у меня для вас несколько интересных тем, которые с вами хотелось бы обсудить и вам в первую очередь о них рассказать. Популярность iPhone X стала действительно ощутимой, и многие производители уже начали его копировать. А ведь это совсем не странно. И в одном из своих роликов недавно я показал вам, что собираются сделать компании Ulefone, а также Yumidigi. Это будет фактически 100% копия iPhone X с хорошим железом. А еще мои постоянные зрители, которые подписаны на меня довольно-таки давно, видели видео, в котором я показывал клона Xiaomi Mi 6. Компания называлась Little Pepper. Их телефон был довольно неплохим по дизайну, железо было слабенькое. А вот сегодня стала известна информация о смартфоне Little Pepper S11, которые также решили подхватить тренд и сделать свой собственный iPhone X. Скажу сразу, получилось это у них, ну, так себе. Так себе потому, что дисплей у него не полностью копирует iPhone X, и моноброви как таковой нет. Есть просто визуальное отделение цветом, выступающей области, которая будет напоминать монобровь. Но по факту это обычный смартфон с закосом под iPhone. И даже дисплей здесь будет 16:9, а не 18:9. А на нижней панели совсем какая-то неуместная мейзовская кнопочка домой. Еще и опущена на самый низ корпуса. Ну, вообще прям не катит по дизайну. Я, конечно, не эстет, но то, как они размещают заднюю камеру, это просто ужас. В общем, очередной клон iPhone X на средненьком железе вскоре ожидает нас в продаже. И они, блин, надеются это продавать. Ну-ну, не думаю. Следовать трендам так же глупо, как им и не следовать. Поэтому компания Blackvie представила свой очередной защищенный смартфон BV 9000 Pro, который появится в продаже под конец декабря этого года, скорее всего. Это хороший телефон с защитой IP68 с очень нестандартным дизайном для компании. И вообще, Blackvie в последнее время очень радует своими моделями. А 9000 Pro должна стать хорошим завершением 2017 года для производителя, который и так довольно хорошо поднял свои продажи благодаря защищенным смартфонам. Кстати, это один из первых смартфонов, который получит 5,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1440 на 720 точек. А это значит, что формат дисплея 18:9, то есть вытянут. Новость довольно-таки хорошая, и я надеюсь, что под конец года или уже в начальных числах следующего года я покажу вам обзор этого смартфона. Хочу его очень-очень сильно. Кстати, еще одним из первых защищенных телефонов с нестандартным соотношением сторон дисплея стал EL Mix. Это новый, фактически неизвестный в наше время производитель в наших странах, который также пытается завоевать свой кусочек пирога. По железу это будет фактически тот же BV 9000 Pro, то есть процессор Helio P25, защита IP68, 6 гигов оперативки и 64 постоянной памяти. И, конечно же, с двойной камерой, куда без нее. Его дизайн, как по мне, немножко отстает, но все же это один из первых китайских ноунейм брендов, который попытался сделать что-то революционное в своих смартфонах и удивить этим конкурентов. Да уж, 2017 год был очень насыщенный событиями, разными тенденциями, трендами и так далее. Я уже боюсь представить, что нас ждет в 2018 году с таким-то темпом развития. Да, представляется с трудом, но все-таки по поводу Xiaomi Mi 7 я был прав. Из китайских источников сейчас уже стала известна информация по поводу Mi 7, который сменит Mi 6. И да, Xiaomi действительно удивили, только вот с негативной стороны. Они планируют сделать в Mi 7 6-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 от Samsung. Но даже не важно, какое там железо будет, естественно, это будет 845 Snapdragon, Adreno 630, 6 гигов оперативка и так далее. Они все-таки сделали эту 6-дюймовую лопату. Они это сделали. Я уже прямо сейчас вижу тысячи негативных отзывов. Нахрена вы испортили флагманскую серию такой лопатой? Их и так уже нашим миром достаточно. Но возьмите вы и сделайте хорошего конкурента тому же iPhone SE, к примеру. Он маленький, компактный, на мощном железе. В 2018 году, возможно, будет его продолжение в очень крутом корпусе. Так нет же, берут и делают 6-дюймовую лопату. Вот прям хочется крест поставить на их флагмане. Просто бесит. Друзья, обязательно жду в ваших комментариях под видео, что вы думаете по поводу 6-дюймового Xiaomi, а также недо iPhone X от компании Little Pepper. Поделитесь своим мнением, не ленитесь, мне очень приятно читать ваши комментарии, поскольку они бывают, ну, очень разные. Как говорится, сколько людей, сколько и мнений. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр, друзья, подпишитесь на канал и всем пока.